в общем-то, это был Илья, тот парень, которого я встретил. Ну, мы вышли, он нанял мне логопеда после этого. Прошло пару недель, и он предложил стать мне его компаньоном. Компаньоном в темных делах, в ограблении этого банка. Окей, окей, пошли. Повторяй за мной, повторяй за мной. Повторяй за мной. На пол лежать, быстро лежать. Они что-то не особо повиновались тебе. Вот так вот упал, посмотри на него. Сфотографируй меня. Сфотографируй меня с ним. На пол. Я сказал на пол. Он меня не слушал. Илья, она как-то странно запищала. Камеры, камеры, камеры сбивай. Точно. Я их не вижу. Где менеджер? Вау, какой хедшот мощный сейчас ударил. Итак, я ищу менеджера. Все на... Давай, я пока тут тушу с пацанами. Особенно ты. Ладно. Так. Беги сюда у нас. Ты нашел менеджера? Нет. Если найдешь, не убивай его, будем его пытать. А, я его нашел, он подсвечен. Я тоже вижу. Лежать всем быстро! Все на пол! На пол, я сказал. Этот парень самый послушный. Так, не убивай менеджера. На пол! Давай его пытать. Подожди, подожди. Прикрой меня, прикрой меня. Неси утюг, Илья. Ну ладно. А где эта комната? А, все, вспомнил. Смотри, тут амбал на карточке. Упала? Человек-паука. Амбал? А, карта амбала и человек-паука. Ну да. Видишь, он? Все, я... Смотри, посмотри, как ты загнулся. Посмотри. Это я так сделал? Да, да, сделай. Попробуй идти. А? А? Все, идем. А, давай, мне спрыгивать, Илья. Аллахон. Илья, мне нужно прыгать. Я сам уже прыгну. Я ведь коте. Прыгай, коте. Ну ладно. Ты левитировал, подожди. Поставь пока дрель, а я уже так же. Сейчас, подожди, меня сейчас грохнут! Пора доставать М16. Чего? Уже давно пора. Не, я все это время... Подожди, там снайпер. Колечко, блядь. Ай. Ты не лёг еще? Мужик в рубашке терпит. Я дал голову ему просто рандомно. Такой попал, 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 у него шляпа. Пау! Давай, прыгай, я смотрю. Давай. О, господи. У кого-то приступ диареи. О. Ого! Ты посмотри, сколько их! Я сейчас допускаю. Я, кажется, тоже. Беги наверх! Беги наверх! А, вот он ты, да? Я могу тебя похилить? Может быть, потому что это не РПГ? Да, скорее всего. Так, амуниция, кстати, заканчивается. Знаешь, я передумал, пошли отсюда. Бежим, 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 бежим. Давай хаммам. Я в офисе. Я понял. Мы должны их обмануть, подожди, я спущусь здесь. Давай, если они нас поймают, мы скажем, что мы пошутили. Да, такой вариант тоже возможен. Ой. Илья, надо просто... Подожди, все, я... Зря ты меня вот оттянул, ага. Ой. Ой, нет, Илья! Зря ты меня вот оттянул. Нееет! Итак, прошло 20 лет, мы с Ильей задумали новое ограбление. И взяли с собой двух наемников.
Этот банк поплатится за прошлый случай. Не говори таким тоном, убогий вообще. Вообще. Давай менеджера искать. Менеджер наверху, его нету в офисе. Короче, я сгоняюсь наверх. На втором этаже тоже пока нету. Ого! Его даже на балконе нету. Привет. Нашел кого-нибудь? Нет. Но я вдруг понял, что я не умею прыгать, пока я в банке. Вон он внизу на первом этаже. Все ясно. Давай, начинай ограбление. Нет, не сейчас. Сбей камеру, когда я начну. Что? Что смеешься? Я начал. Отлично. На пол, все, я сказал. Все на пол. Мы полиция. Так. Ай. Ай. По мне попадают все-таки. Ты думал, они будут вокруг тебя, в тебя никто не будет попадать? Нет, я просто бежал очень быстро, ну и там вообще трудно было попасть прям. Ну ты даешь. Прям очень быстро, да? Очень. Со скоростью звука. Света. Чуть быстрее, да? Со скоростью Насти. Какой? Ну, света. Вообще. А что в этой комнате? Подожди, никуда здесь не было. Еще один ноутбук? Ну да. А. У него экран стальной. Не пробивается. Ну, в общем, посмотришь потом на видосе. А что там? Да. Просто ноутбук, от него пулит. Что за перестрелка, Илья? Вы такие по кругу идете, как ковбой. Так, камера. Смотри. Ты видел, как я летел? Да. Даже заснял. Он с зависаниями тогда? Да, да, да. Какого года игра? Оу, 10-го вроде бы. Ты уже установил? Ты смотри. Да. Две. Запилил. Засверлил. Смотри, тут негр в белом костюме. Я говорю, засверлил тогда уж. Да, тут негр в белом костюме. Мелко согласен. Я притворюсь, что я просто сижу на диване. Можно сумку на кресло поставить, типа я турист. На пол. Ты тоже на пол. А, нет. Прикройте. Хедшот. Еще один. И ты на пол. Легла. Она не хочет. Привет. Да они не ложатся. Что за поехавший? Я бы, увидев ограбление, не знаю, я бы уже слинял. Там наверху человек с метроцела. О, говорит. Нет. Он это такой быстрый. Господи, двое. Сейчас я отстреляю. Стой, не беги туда. Я помог тебе. Все, Том Клэнсис мертв. Или как его звали там? Не знаю, я думал, мы создатели игры. А, ну да. А, ну тогда Марк Цукерберг. Марк Цукерберг. Это создатель Facebook. Да, я знаю. Вот. У Фокстона проблемы. Кто это? Один из наемников. Мы ведь застрелим этих ребят в конце. Ну ладно. Если ты очень friendly fire. Добрый парень. Опять сплю. Гордон. Я никогда их не видел. Гордон Фриман. Кто? Гордон Фриман. Ну этот чувак из Фриманса. Ахаха. Ахаха. Ой, мне кажется, сейчас будет больно. Нет, не будет. Тут парень с щитом уже.
и террористы. Я думал, это мы. Я тут совсем дела плохи. Просто капец. Там как будто, знаешь, там как будто матка полицейских, и они выходят прямо из нее. Так, я ставлю сумку. Так. Здесь нет гранат? Нет, вроде. Кажется, я споткнулся. Я тебя сейчас подниму. Мне не надо. Мне помогает негр. Привет. А, Илья, я почти поднял тебя. Их слишком дофига. Но у меня слишком мало хп. Перезагрузи дрель. Дрель. Ай, да туда сейчас с моими хп-хами очень опасно спускаться. Ну что там нет, там парень с щитом. О, я вижу. Но я не смогу спуститься. Иди выруби ноутбук. А я быстро перезагружаю дверь. Дрель. Дебильное слово. Да. Что вы придумали? Drill jam it. Error. Так. А еще 76 секунд. Нормально успеем. Так, щит спал, надо пополнить. Боезапас. Жалко, кстати, что гранаты они не сделали. Может, Payday 2? Что? Я взял какие-то деньги. Дверь. Мы же за этим сюда пришли, может, уходим уже? Ты один раз уже ушел. 20 лет назад. Пёс. Барбос. Это не смешно. Ну да. Почему у них так улетают шапки? Я не знаю. Я... На видосе есть хорошие моменты, когда прям сдалека попадаю, и шапка улетает где-то на два человеческих роста. Такая... Ты мне рассказываешь, это уже раз в десятый. Ай. Каким образом, если мы снимаем только первый раз? А? Без понятия. Все, все к дверям, быстрей. Все уже? Где Чейнс? Let's go. А, дрель воспользовалась дымным порохом, короче. Просто исчезла. Каким порохом? Дымным. Это что? Ну, в Гарри Поттере, помнишь, они такие? В каминах. Ну ладно, может, он был не дымный. Йоу. А, упоролся. Сейчас я термит кину. Давай быстрее бандит. Пусть Хокстон и Чанс бегают там, не зови их. Чанс. Чейнс. Он продает лапшу в китайском квартале, да? Хокстон решил пописать. Ты бы его видел. Ай. О, камера. Нету камеры. Прямиком из СССР, у тебя противогаз такой смешной. Вот, сейчас попробую вам показать, зрители. Вот он. На лбу звезда. Тут зеркало? Как ты сделал? Портрет Барака Обамы. Так. Какое зеркало? Как ты показал свою звезду? А, да, слева иконка персонажа. А. Ого! Господа, их там много. Опять шапка. Я удивлен, что ты не сказал, о господи, как обычно. С которого никто не видит. Здесь шокер из Человека-паука. Шорт Человека-паука. Там парень электрический. Это... Шокер, я про него и говорю. А, я думал, здесь шорты из Человека-паука. Шапки летят. Я борец.
может, не совсем. ФБРовцы похожи на террористов. Причем приходят они из лифта. Сколько еще эта печка будет работать, блин? Ну, я очень смешно. Невероятно. Как ты это делаешь? Кажется, мы горим. В смысле? Я такой выхожу в комнату, где термит. И там просто, знаешь, такое пламя огромное. Как будто весь банк уже пылает. О! Ага. Кто хорошо. Ковакает. Просто я недавно ел шаверму. Что Чейн сделал подкат как-то? А, не, я думал, я научился. Он прям как Роналдо такой, разбегается. Как-то, не знаю, он какой. В игре есть какие-нибудь другие пушки, кроме F-16? Да, но их там нужно открывать. У меня ж после переустановки винды, у меня вообще было много PD открыто, но не в это. Помнишь, у меня до этого был? О, поехали. О. Итак, все, спускаемся вниз. Я внизу. Ай, я себе ноги, кажется, сломал. Так, что? Где наши деньги? Подожди, мне кто-то звонит. Алло. Привет, паскуда. Не узнал? Походу, это он. Thank you.